Губернатор Приморья Олег Кожемяка провел рабочую встречу с представителями Федерального агентства водных ресурсов. Стороны обсудили ход строительства защитных сооружений, расчистку водных объектов, а также план водохозяйственных мероприятий на следующий год. Хочу поблагодарить вас за ту большую совместную работу, которая касается принятия закона, позволяющей нам входить в русло рек по режиму повышенной готовности, тем самым предупреждать, а не ликвидировать уже последствия наводнения. Мы создали агентство гидротехнических сооружений, которое будет заниматься содержанием дамб, наиболее протяженных, наиболее сложных. Вот. Где-то создаст филиалы и оставит там технику, и эти участки будут работать по очистке русел рек, берегоукреплению в тех наиболее поводкоопасных районах, которые есть сегодня по Приморскому краю. Выполнять эти работы будут наши специалисты на хорошей технике, которую мы закупили. Уже у нас 38 единиц различной техники, это экскаваторы, бульдозера, погрузчики, самосвалы. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Вот. Мы зайдем туда с техникой, чтобы срезать где-то острова наносшие, где-то спрямлять русло рек, где-то ее углублять, делать подводы к мостам так, чтобы она попадала в створ моста вода, вот, не била по берегам, не размывала. Представители Федерального агентства водных ресурсов во время своего визита в регион посетили районы Приморья, которые пострадали от наводнений. Вчера с коллегами вместе проехались по практически всем районам, пострадавшим от наводнений. Посмотрели работу по строительству дамб, некоторые из них уже на завершающей стадии. Посмотрели работу по расчистке русел рек. Видно эффекты от этой работы уже сегодня. Мы буквально с главой вчера общались, да, сравнивали ситуацию в предыдущий паводок и паводок этого года, насколько все прошло благополучно и безопасно для людей. Важен опыт по созданию специализированного органа исполнительной власти, агентства, о котором вы упомянули. Мы внимательно следим, будем этот опыт и изучать, и совместно взаимодействовать, и, может быть, даже предлагать другим регионам, в которых у нас тоже есть такие сложности и проблемы, опытом Приморского края пользоваться. Сотрудничество с Федеральным агентством водных ресурсов дает возможность создать необходимый план совместных работ и поэтапно решать вопросы, которые в Приморском крае приобретают все большее значение. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.